Баскетбольная площадка спортивного комплекса «Юниор» собрала любителей спорта разных возрастов. На третьем этапе городского кубка по баскетболу 3 на 3 были представлены все возрастные группы. Соревновательный день открыли детские и юношеские команды, а финалом турнира стали состязания между участниками старше 18 лет. В прошлом году мы запустили так называемый летний кубок для того, чтобы максимально задействовать спортсменов, занимающихся баскетболом в летний период, чтобы мы играли в олимпийский вид спорта 3 на 3. Сейчас в данный момент играет категория мужчины 18+, количество команд 8. Баскетбол 3 на 3 заметно отличается от классического. На площадке играет всего 6 человек. Соперники забрасывают мяч в одно кольцо, а длительность игры фиксированная для всех. Для выхода в следующий этап кубка командам необходимо было выиграть 2 матча из 3. Мы в течение 4 туров получаем очки, занимаем места. По итогу 5 тура, то есть суммируем все очки с учетом 5 туров и выявляем победителя всего лета. Владельца кубка, летнего кубка 3 на 3. Команды-участницы представляли студенты, сотрудники различных городских организаций, спортсмены-любители и профессионалы. Игры проходили с переменным успехом. Важным фактором для спортсменов были не только победы, но и само состязание и удовольствие от игры. Погода прекрасная, соперники тоже у нас хорошие, так что настроение хорошее. Это же удовольствие именно получить надо от игры с друзьями, приятные эмоции. Мы могли бы какую-нибудь команду пригласить, кого-нибудь, кто прям хорошо играет. Но нам приятнее друг с другом. Для ряда участников летний кубок – это возможность попробовать что-то новое после классического баскетбола и реализовать амбициозные планы. Я играю за Саровский Атом. В 5 на 5 мы в этом сезоне довольно неплохо выступили. Вот, так что да, а лето так, разгружаемся, веселимся на площадке. Все, выиграть какие еще? Других быть не может. На финальный этап тоже примерно. Ну, само собой, надо этот тур забирать. На сегодняшний день развитие баскетбола 3 на 3 находится в руках заинтересованных и активных спортсменов. В Сарове этот вид спорта только делает первые шаги. Но уже сейчас он интересует множество горожан разных возрастов. В следующем сезоне, по планам организаторов, летний кубок 3 на 3 должен стать открытым и привлечь команды из других городов. Анна Разуваева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.